Сенатору-республиканцу Линдси Грэму Россия по-прежнему не дает покоя. Политик вновь требует введения новых санкций против нашей страны. По его словам, Конгресс должен рассмотреть соответствующий законопроект уже на этой неделе. Линдси Грэм обвиняет Россию в попытках разрушить демократию за рубежом и требует наказать нашу страну за это с помощью новых санкций. Впрочем, эта песня не новая. Стоит отметить, что Линдси Грэм всегда был противником России. Вот эта съемка сделана 2 января этого года. Сенатор вместе со своим коллегой Джоном Маккейном и Петром Порошенко посещает расположение украинских войск в районе поселка Широкино в Донбассе. В новогоднем поздравлении силовикам Грэм угрожает России. Ваша борьба — это наша борьба. 2017 год станет годом нападения. Когда мы вернемся в Вашингтон, мы будем требовать санкций против России. Хватит русской агрессии. Пришло время, чтобы они заплатили большую цену.